Привет, друзья! Сегодняшний наш ролик посвящен работе над плечевым суставом. Мы разберем пару интересных упражнений, как можно укрепить свой плечевой сустав для волейбола непосредственно, потому что эта травма, ну, многие люди страдают от боли в плече, в плечевом суставе конкретно. И сегодня мы рассмотрим нестандартное упражнение, как можно укрепить свой плечевой сустав. Так что, надеюсь, это кому-то поможет, вам будет интересно, смотрите. Наш зритель, приветствую тебя. Сейчас я покажу тебе несколько упражнений с резиной. Я их использую как подготовку к тренировке, для того, чтобы разогреть и растянуть плечевой сустав, и не только. Наблюдай за мной. Физической активностью, делать хорошую разминку, растяжку. Это первое, то, что поможет вам избежать травм. Это основа основ, поэтому никогда не пренебрегайте ею. Это очень важно, и я надеюсь, что все ее делают, все выполняют. Вот, делайте на этом акцент. Это поможет избежать многих проблем. Я думаю, что лучше растянуться несколько лишних минут, чем потом лечиться несколько лишних лет. Поэтому это все как бы на вашей совести, это ваше здоровье. Не пренебрегайте им, это очень важно, поверьте. Друзья, обратите внимание на этот кусок мяса. Плечевой сустав здоровенный. Играя в волейбол, мы используем его по максимуму. Нападающие удары, движения, передачи, перемещения, везде он задействован. Как следствие, постоянная нагрузка. Мы должны держать его в соответствующем боевом состоянии. Для этого мы используем кольца. Сейчас Олег покажет вам несколько упражнений, которые направлены на укрепление плечевого сустава. Для тех, кто только учится и кто никогда не делал это упражнение, самое правильное вначале будет попробовать просто держаться. Это тоже укрепляет плечо, и это работа над балансом. Вот сейчас мы покажем просто, вы должны просто выход и просто удержать себя как можно дольше по времени. Это вот. Тоже? Для тех, кто не может делать, вы можете пользоваться таким жгутом. Нужно... Олег сейчас покажет, как. Давай, вставляй ногу сюда. Это будет значительно помогать вам учиться делать.
также я хотел сказать, что эти упражнения нужно выполнять тогда, когда ваше плечо и вообще ваше тело более-менее здорово, и не испытываете сильных болевых ощущений. Этот комплекс, он идет на укрепление, именно чтобы развивать мышцы, которые нужны для волейбола. Когда у вас какие-либо болезненные ощущения, нужно, во-первых, проконсультироваться с врачом, и уже то, что он прописал, делать ЛФК или что-нибудь подобное, чтобы избавиться, в первую очередь, от боли. Это лишь инструменты, чтобы укрепить ваше плечо. В этом комплексе мы использовали инвентарь, который, возможно, у вас не будет, но если у вас есть доступ к чему-то из вышеперечисленного, вы можете применять это в своих тренировках, поверьте, это очень эффективно. Мы уже долго занимаемся этим и чувствуем определенный эффект. И то, чему нас учили там раньше, всякие там разводки там с блинами, лично мне абсолютно это не помогало. Это суходушка, мое мнение, ну, это суходушка. Вот, действительно, укрепление, когда ты со своим... Я прошу. Действительно, то, что помогало мне, эти упражнения, на которых действительно я не чувствую боли, я могу спокойно играть, и объемные тренировки, много игр в сезоне, я провожу это довольно-таки уверенно, без боли. Вот мне помогают именно эти упражнения. Так что я думаю, что кому-то кто-то найдет именно, из вас найдет упражнение для себя, сможет использовать в своих тренировках, и я уверен, что эффект не заставит себя долго ждать. А следующее упражнение, которое я открыл для себя лет 5 назад вот в Финляндии, это канат. Когда я начал с ним заниматься, я почувствовал намного себя лучше. Мое плечо стало подвижнее, стало крепче, бить я стал немножечко посильнее, порезче. И с тех пор я все время использовал в своей подготовке. Вот сейчас вам продемонстрирую. Вариации из упражнений с резиной. Очень важный момент, нужно стараться, если у вас есть возможность, резину крепить как можно выше, чтобы нагрузка пришла сверху вниз. Так, это повторяет ваше профессиональное движение, когда вы бьете, вы замахиваетесь и бьете сверху вниз, ваша нагрузка идет сверху вниз, поэтому старайтесь привязывать ее как можно выше, если это возможно. Дорогие зрители, травмы в большом спорте неизбежны. Они случаются постоянно и всегда будут. Поэтому нам нужно противодействовать, нам нужно укреплять себя. Делайте те упражнения, которые вы сегодня увидели. Прочувствуйте их сами, выберите, что подходит именно вам. Включайте свои тренировочные программы, и вы станете сильнее. Плечи – это лишь часть нашего тела. Спина… Да, правильно говоришь. Я надеюсь, что этот выпуск кому-нибудь помог и кто-то будет чувствовать себя лучше. А в следующем выпуске мы рассмотрим такую важную часть тела, как наша спина, в частности поясница. Эта травма, возможно, большую часть волейболистов затрагивает, да и не только волейболистов, и спортсмены других видов спорта могут использовать эти упражнения. Мы рассмотрим именно эти нестандартные упражнения, которые помогают именно нам, потому что то, что нам говорили там тренера, врачи, не совсем работало. А то, что мы использовали сейчас, оно эффективно и помогает. И если вам был интересен этот выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте друзьям, нам будет очень приятно, мы поймем, что мы делаем это не впустую, что это интересно людям, это очень важно, потому что в первую очередь цель наша – это помочь спортсменам узнать для себя что-нибудь новое, что-нибудь интересное, не болеть. Вот, поэтому спасибо, что были с нами, надеюсь, скоро увидимся.